Всем привет! Добро пожаловать на борт! В последнее время постоянно чувствую головную боль. А еще я перепробовала все кремы от сухой кожи. А еще... У меня началась аллергия на кота. Не выкидывать же его. Но я нашла способ более гуманный. Мойка воздуха – борт. Она не только эффективно очистит воздух от пыли, мельчайших частиц грязи и аллергенов, но и насытит его отрицательными ионами. Замечали, как дышится после грозы? Это происходит из-за процесса ионизации. В естественной среде воздух насыщается отрицательными электронами благодаря ударам молнии. В нашей же мойке ионизация осуществляется с помощью генератора отрицательных ионов. Аэроионы активизируют работу эритроцитов, увеличивая газообмен в легких на 10%. Но теперь частичку воздуха после грозы я могу ощущать и дома, в мягкой кровати. Через отверстие снизу воздух попадает в мойку. Благодаря пластинчатому барабану он фильтруется и увлажняется. Через отверстие сверху он уже выходит влажным и чистым. Crystal Air имеет сенсорную панель. Здесь можно настроить таймер выключения. Пусть будет 4 часа. Здесь можно запустить ионизацию, а вот тут поставить тихий ночной режим. Также можно отрегулировать мощность фильтрации. Капелька посередине – индикатор уровня воды. Просто льем сверху. Это очень удобно. Посмотрим, что там внутри. Вот этим я дышала все это время. Неудивительно, что болела голова. Надо помыть нашу Crystal Air. Можно помыть в посудомойке или замочить в лимонной кислоте. Crystal Air подходит для помещений 30 квадратных метров. Это может быть одна большая комната или офис. Самое главное, она прекрасно вписывается в любой интерьер. Я стала чувствовать себя намного лучше. Мойка воздуха Борт – необходимая вещь в каждом доме.